На беларускім металургічным заводзе на адзін дзень адчынілі дзверы для ўсіх жадаючых убачыць сталеплавільны гігант знутры. Строгі прапускны рэжым змякшылі, каб супрацоўнікі прадпрыемства змаглі паказаць сваім дзецям, блізкім і сябрам месца працы. Акрамя экскурсій, арганізатары падрыхтавалі для гасцей яшчэ шмат цікавых забаўляльных, гульнявых, дабрачынных і навучальных пляцовак. На некаторых давялося пабываць і нашай здымачнай брыгадзе. Нягледзячы на перашкоды надвор'я, территория завода в этот день наполнилась дитячим смехом и вокличами захопления. Программа мероприемства различена у первую чергу на юных гостей. Свято почалось с раздачи маршрутных карт для квеста, по выниках якого можно было отримать у подарунок мягкого зубраня у майцы с логотипом БМЗ. А кроме того, все владельники таких карт автоматично принимали удел у незвычайной акции «Юный директор». Ее переможца становился часовым переемником керовника БМЗ. Все лето правление заводом было передадено Ксении Поляк. Девчина пришла на свято со своей семьей. На предприемстве працуе ее батька. Сама она захопляется математикой и личбами. Менавіта тому у кабинете директора БМЗ, куда ее посчастливилось трапить у якости юного керовника, больше за іншее сподобался калькулятор. Понравилось. Там много интересного. Особенно калькулятор такой большой. У меня в школе по математике одни девятки. Сфотографоваться, наведать музей, поглядеть кино. У день открытых дверей на заводе створили шерах пропанов для семейного отпочинку. Тут можно было и специальную вопротку примерить. Махчимостью скористались юные гости предприемства, как после на фотоздымках сябрам показывать, что носит батька под час працы. Сярод забавляльных пляцовок особливой популярностью користалась рыцарская. Воины середнявечья пропоновали гостям поспробовать свои силы в споборництвах минулых часов. Да дети же здесь практически не бывают, а с других городов люди, и гости города, и не гости. Ну, им, ну вот когда еще приедешь на БМЗ, вот так посмотреть в открытую? Тут же пропускная все-таки система. Мне приятно в том плане, что это организовано, что можно доступ, республиканское предприятие, которое доступно людям, посмотреть достижения, то, что предприятие производит, то, что может. У рамках свята провели так само и доброчинную акцию по сбору сродку на лечение маленькой Даши Сержан. На любой взнос удельники отримовывали у подарунок скрипичный ключ, выраблена одразу же на место супрацовником завода. Выписать газету, повиншовать завод со святом у открытый микрофон, пожастоваться именным перником, поудельничать у конкурсах на ловкость и спрытность. Сдавалось, охопить всю программу было немахчимо. Велизарное предприемство уразило гостей масштабностью дня открытых дверей. День открытых дверей – это все всегда проводится летом предвечером. Дня металлурга, ну видите, пришли семьями, пришли бабушки, которые работали, или дедушки на заводе, теперь уже внуков привели, родители пришли детям показать, молодые родители, которые, возможно, на заводе не работают, но привезли показать, поездить. Это очень такое и сплоченность дает коллективную, и, в общем-то, единение, что есть завод, воспитывается корпоративная гордость. Только одни положительные моменты. Предприемству есть чем гонориться. За первые полгода нарощены темпы работы в сравнении с аналогичным периодом 2017-го. Уже сёлета у 54 краины света отправилась продукция БМЗ. А это больше навод, чем за весь 2016 год. Серед новых покупников – Перу, Сербия, Ирландия. Перемовы ведутся со Швейцарией. Наладжена массовая поставка жлобинских выработок на конвейеры Мерседеса, БМВ и Фольксвагена. Это уже отдача сортопрокатного цеха, который запустили у 2015 году. Евгения Кухаронок, Василь Осипцов, телерадиокомпания «Гомель», Саш, Лубинского района.